Вот так, Тарик, оно работает. Видишь, самотек махонький. Капает оно граммульки. Сейчас покажу. Ну. Видишь, капля идет. Чем меньше, тем лучше. Ну, правильно, в принципе, да. Но вот все равно тебе... надо пойл. Аж гудит. Слышишь? Вот это все. Кастрюлька за подлицо стоит. И работает отличненько. В воздухе ее аж нагрелось только что. Это на грязной херне вот это. С водой вот это мы не мешали. Просто масло было, мы уже не, отработки не было. Мы туда, я залил туда солярки, воды, переболтали. Вот такой результат. Я температуру пока держит. Сейчас глянем. О, там посмотри. 70 градусов держит четко. 70 с копейками. Красота. Но это мы только вот через часик посмотрю, как оно получается. Ну, в принципе, такая печушка на такой штучке. Вот эту штучку делать одинаково полностью, только чтобы в ширине можно делать шире меньше. А так по высоте она остается одной и той же. Ну, сантом можно убрать, главное, как она делается. Так что, Тарик, любуйся. Тихонечко себе поддерживает температуру и гудит.